Zombie Apocalypse. Всем привет, дорогие друзья, с вами Танёк, и сегодня у нас очередная музыкальная реакция, а именно Battle Beast Rare Angels Fear to Fly. Из их предстоящего альбома, который выйдет через неделю, в январе 21 числа, Circus of Doom, то есть цирк забвения, цирк ужаса, можно как угодно переводить. А сегодня у нас место, где ангелы боятся летать. Если мы переведем на русский, да? Как обычно, немножко я позади. Трек вышел недельку назад. А я в роли выступаю догоняющего. Ну что ж, давайте посмотрим, послушаем, чем в этот раз удивила Нора, удивили ребята. Я думаю и надеюсь на очередной хит, на очередной бенгер, как говорят западные товарищи. Нора одна из лучших метал-вокалисток современности последних 5 лет, так 100%. Не только мое мнение, мнение очень многих экспертов, дружественных групп, коллег и так далее. Поэтому давайте начнем. Давайте начнем. Медлить не будем. Стартуем. 3, 2, 1. Поехали. Ой, как обычно, супер мощное начало, сразу цепляет. И я вот не знаю, может, кто-то мне расскажет в комментариях, как вообще определить именно правильно с точки зрения какой-нибудь науки, музыки, вокальной науки, что у нее за голос. Это как будто, я не знаю, смесь всего, чего только есть. Это жесть какая-то. То есть это супер уникальный голос. Таких раньше, по крайней мере, женских голосов таких не было никогда. Вот до нее. Ну, то есть и в гол... она как поет, как будто одновременно оперу, одновременно скриме, одновременно... Не, ну гроуля там нету, как бы. То есть там академический плюс оперный плюс скрим, короче, вот это все, вот это замиксовано, и плюс еще там всякие элементы с других, как бы, техник вокальных, да, и получается вот такая вот история. И это в каждой песне. Это в каждой песне. Ты думаешь, блин, ну как так вообще? Откуда вообще? Ну,
Родители Бог одарил таким талантом женщину и разрывает просто сейчас все, что только есть. Суперсильный трек, как обычно. Ну и парни с инструменталом, с музыкальным аккомпанементом никогда не подводят. Всегда мощные, динамичные, четкие мелодии, которые тоже заставляют тебя качать, качать головой. Вот так вот, без перестанку. То есть не хочется останавливаться, хочется слушаться дальше, дальше. Поэтому поехали дальше. Вот это вообще, вот эта часть, сори, что прерываю, но обязан. Вот эта часть вообще супер мощная. Это как будто вообще next level. Если вы внимательно следили вот за прошлыми песнями, это вообще next level. Вот для, ну, как бы, даже в том, что она делает всегда. Вот вы прислушаетесь к любым трекам, там, сделайте, там, послушайте, там, 4-5 ее предыдущих треков. У нее всегда идут такие переходы, да? То есть, вот такая похожая часть вот на эту, к примеру, да? Потом идет этот, какой-то инструментальный проигрыш, и она заново там начинает. А здесь просто идет настолько мощный вокал. Это ж супер сложно. Как она это делает, не знаю вообще. Просто гениально. Супер сл... Просто браво. Поехали. Поет и одновременно скримит. Это как-то вообще что? Как сейчас можно модно говорить, зашла в здание и развалила там все кабинеты, как говорится. Развалила все кабинеты, всех развалила, спела и ушла. Просто вот так вот. Супер вообще, настолько круто, ребята. Ну, я не знаю. Ой, ждем, ждем нового альбома, может сделаем full обзор альбома, точнее, ну как full обзор, именно трек by трек, то есть мы уже, сколько мы, это третий трек из именно этого альбома, третий клип, третий трек, смотрим, слушаем на канале, посмотрим, может быть разберу все, так как вот Pentakill последний, да, альбом я разбирал еще в конце прошлого года, ну как в конце октября.
конец октября, начало ноября. А здесь попробуем, тоже, я думаю, альбом разобрать. Ну круто, ну конечно дает, ну просто гениально. Еще раз, как говорится, снимаю шляпу. Развалило всех, развалило кабинеты. Вот такая вот реакция. Пишите, я же говорю еще раз. Может, кто-то мне объяснит в комментариях, как она это делает. Как у нее получается, как будто петь и скрибить два в одном. Или это, и такой голос, какой-то хрипотцой такой натуральной, естественной, которая либо это позволяет ей это делать просто. То есть, как это вообще получилось такое чудо вообще? Просто как будто чудо природы. Не знаю. Ну, сколько раз слушаешь, вот сколько раз, ну, нету таких голосов, и никогда не было. Никогда не было таких голосов. Это просто уникальная певица. Супер, вокалистка, певица, как угодно хотите. Как правильно называть. И как угодно называть. Так. Поэтому вот такая вот реакция. Подписывайтесь опять же на канал. Социальные ссылочки, социальные, да, сети, ссылочки внизу в описании. Twitch, YouTube, Instagram, Telegram. У нас Muse выпустил клип вот скоро. Я думаю, следующая реакция будет либо Muse, может быть, Five Finger тоже новый клип сделал. Его обзорчик сделаем. По поводу игрового контента, у меня в планах трилогия DS, чтобы на Ютубе постримить также. Потому что у меня есть уже как бы прохождение первое DS записано на Ютубе в прошлом году. Проходил, заливал на Ютуб. Кому интересно, гляньте. То есть на канале это целый раздел, плейлист Dark Souls есть. А так сделать просто трилогию прохождения, потому что я только третью часть проходил, хочу снова первую, вторую. А третью уже будем тоже проходить, но уже с какими-то модификациями, которые полностью меняют геймплей, боссов и так далее. Такой план. По поводу реакции, я же говорю, альбом вот этот есть в планах, есть Muse, есть Five Finger, есть кавер, точнее не кавер, а дуэт Флор Янсен и Хэнка Пруфа, их еще песни Ревампа тоже хотел бы послушать, потому что After Forever с Флор я еще как бы немножко помню, какие-то треки слушал, а вот Ревамп это надо просто, если охота, вот, целенаправленно искать. Поэтому вот такие вот планы у нас пока что на ближайшее будущее. Ну и, конечно же, еще тоже по поводу игровой части, я думаю, после DS, я не знаю, пройти или успею или нет до конца, когда там февраля, три части, потому что есть еще там некоторые игры, которые нужно допройти. После них уже Elden Ring, который ждем, который, наверное, будет игрой года, если не лучшей игрой всех времен. Как по мне, так кажется. Но это, как говорится, поживем, увидим до февраля. Еще есть немножко времени. Еще раз всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки, что угодно на канал. Социальные ссылочки внизу. Twitch, YouTube, еще раз. Telegram, Instagram. От себя, как обычно, желаю всем хорошего настроения, добра, здоровья. С наступающим всех старым Новым годом. Берегите себя и увидимся в следующий раз. С вами был Атаниок. Пока.